дорогие друзья, сейчас кульминационный момент сегодняшнего юбилея. Именинный торт! Игорь, прошу вас, надо задуть свечи. Все вместе. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Сосон! С днем рождения, дорогой Игорь! С днем рождения тебя! Торт непростой, торт с сюрпризом! Сказал, что он бы Дану не выгонял и не учил бы ее ничему, а просто бы на нее смотрел. Специально для юбиляра Дана Борисова. Игорь Анатольевич, я дико извиняюсь, что я вас везде преследую, но я не могла не удержаться. И в этот день от всех нас, участников, я хочу вас поблагодарить за ваш юмор, за ваш тихий голос, к которому хочется прислушиваться всегда. И спасибо большое, что меня допустили к сегодняшнему торжеству. Я свой фирменный шаг не буду показывать. Нет, давай, я думала, да. Меня просим, что, просим. Я немножко утратила сноровку. Да, но ты не утратила, ты приобрела. Не уроню. Ну давайте все поздравим нашего любимого человека на этом шоу. Спасибо. С днем рождения еще раз. Спасибо. Это была Дана Борисова специально для юбиляра Игоря Бобрина.